Накануне губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки побывал на острове Белый. По приезду Дмитрий Кобылкин ознакомился с ходом работ по очистке этой северной территории округа и пообщался с группой волонтеров. Волонтеры первой летней группы отчитались о своей работе, сообщив, что за время работы общая площадь очистки составила свыше 30 тысяч квадратных метров. Собрано около 10 тонн металла, складировано 25 кубометров древесины. В этой поездке Дмитрия Кобылкина сопровождали заместитель губернатора, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Ямала Александр Мажаров, атаман Обско-Полярного Одельского казачьего общества Николай Рыжков, представители Заксобрания Ямала и Русской Православной Церкви. Также на остров Белый отправилась вторая группа волонтеров, участников экологического проекта по очистке острова от промышленного мусора. По приезду Дмитрий Кобылкин ознакомился с ходом работ по очистке этой северной территории округа и пообщался с группой волонтеров. Волонтеры первой летней группы отчитались о своей работе, сообщив, что за время работ общая площадь очистки составила свыше 30 тысяч квадратных метров. Общая площадь очистки у нас составила 30 тысяч квадратных метров. Собрано было 10 тонн металла различного вида. Есть складировано около 25 кубических метров древесины. Вот такие у нас итоги. Напомню, что экологический проект по генеральной уборке на острове Белый проводится на Ямале по инициативе губернатора Ямала уже второй год. Планы экспедиции 2013 года значительно расширены. Срок проведения летнего этапа будет увеличен и в общей сложности составит 2 месяца, а работа будет организована в 3 тематических сезона. В настоящее время на острове проводится масштабная, кропотливая и трудоемкая работа. По убеждению губернатора Ямала, экологическая составляющая – необходимая и непременная часть реализации комплексной государственной политики России в области освоения Арктики. Хотелось бы, чтобы здесь вот, ну, присутствие наше было идей людей, коренных жителей, как они это все видят, и вот какой-то пятачок земли оставить там экологически нетронутым. А проект будет работать дальше, да, вот волонтеры? У меня нет сомнений, потому что ребятам это нравится. Ну, получается, один друг, наверное, двоих привезет. Ну, мы так приезжали на север, поэтому, думаю, ничего особо не поменялось за эти годы. По словам главы региона Дмитрия Кобылкина, Белый – территория автономного округа. Навести порядок у себя дома – это наша обязанность. Тем более, что мы так много запланировали и уже приступили к реализации программ по сбережению арктической природы, по развитию традиционных отраслей коренных народов, по сохранению культуры тундровиков. Будет фактория, будет жизнь на острове, уверен губернатор. И остров Белый после генеральной уборки станет действительно белым, сказал Дмитрий Кобылкин.